что, да? Хорошо. Что у нас будет с тренировкой? Нет. Так. Грянул сюда. Вы приготовились. Все, встали, приготовились. Вы боретесь, а вы боретесь. 4 минуты. Все. Они меняются, вы нет. Аджуэн. Так. Были бы мозги, были бы сотрясения. Как так можно падать? Хорошо, мозгу. Что, от задней еще не бросали тебя давно? Не расслабляешься? Так, Денис, вы вдвоем вышли туда. Артур, да. Вышли туда. Начали, начали бороться. Зацепил, вариант, зацепил. Ногу раз и убрал, повернулся и бросок через спину стрелял. Владимир, стойку. Владимир, стойку. Между ног голову. Ногу между ног. Стоп, мате, вас не касается, вы боритесь. Владимир, сюда перешли. Гуряну, идете туда, сидите. Вы вышли. Аджуэ, пошли. 2 минуты здесь, 2 минуты здесь, 2 минуты отдыхаем. Аджуэ. Пошли, 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 боремся. Thank you.
упадешь. За ногами следи, Артур. Как борец один, а не легкоатлет. Чувство удержания вас уже поднимает. Сам смотри, когда надо отдохнуть, просто говоришь ему стоп, мате. Заправляешь пояс. Владимир, ты борешься или что? Да. Ну давай.
Хорошо, отдохни. Все, вот. Туда. Зайди ко мне, там чай есть. Два глоточка сделать. Чай есть горячий. Да, он прямо в этом сделан. Я себе сделал. Возьми два глоточка сделать. Не нашел? Так это полтора килограмма, это вообще ничего. А сейчас ты говоришь, что у тебя было, то есть 3 килограмма меняешь. Сначала было 52 копейки, а потом 50. Вот смотри. Да я помню, Сергей Анатольевич. Ну я же при тебе писал, говорил. Да я не знаю. Хорошо, я неправильно записал. Могу неправильно записать. Но я же говорю, 51 500. И записываю. Вот, вискуна была 68, терека 68, ну папа вкиливать не будет. Сумка 56 500. Не тратьте нормально. Тик Игорь 59 700. Более 68, сейчас у него 69 500.
знаете что? Делаем тогда утром тренировку. Давайте вам освобождение делать в 10 часов. Да? Да. Все, значит, завтра в 10. Значит, смотрите, в принципе, у вас, кто у нас еще борется? Там. Бога и Миша, они не борются, они... А Саша? А? Саша тоже не борется? Какой? Боня. Так у него, вот он взвесился, было 68, я сказал 2 килограмма сына. Сейчас у него 69 500. Ого! Так же и у этого самого, и у Миши. Миша. У него 51 500 взвесился. В следующий день приходит, у него 53 500. Что, специально же? А не специально как бы. Ну и специально, и специально. Значит так, давайте мы с вами решим. Так, тебе освобождение писать, знаешь, что сделать? Зайди ко мне в шкаф, и наверху первая коробка, там S написано, что буква S. Ой, где мои мультики? Что мне не скрыться?